Добро пожаловать в студию мастерскую и дом Фустера. Приятного посещения. Фустер, ведущий кубинский художник, родился в порту Кайвайлин в центре Куба в 1946 году. Он завоевал множество наград и признаний и выставлял свое искусство во многих городах Америки и Европы. Среди художников, которые повлияли на него, Бранкузи, Шагал, Миро. Но Пикассо, как мой духовный отец, а Гауди, мой любимый дядя, уточняет Фустер. С начала 1970 года Фустер задумался об изменении своего окружения, но ему не хватало финансовых средств. Однако уже к 90-м годам он прославился и получал хороший доход со своей работы. С 1992 года Фустер украсил десятки домов